Привет, ребята! Сегодня у нас новая игра «Техномания». В одном городке, в высокой металлической башне, жила в заточении принцесса-робот. В мире ботов тоже случаются романтические истории. Вот и принцесса-робот мечтала, как ее спасет принц-робот. Такой робот-герой нашелся, но ему надо пройти много испытаний, чтобы найти и спасти свою возлюбленную. Нашему герою надо помочь выполнить все задания, встречающиеся на пути к башне с принцессой. И тогда любящие сердца соединятся. Робот отправляется в путь, а вместе с ним мы на тропу приключений. В этом уровне наш герой может прыгать синяя стрелочка, пригибаться зеленая стрелка. Наш герой начинает движение. Удачный прыжок. Еще прыжок. Теперь пришло время пригнуться. И весело шлепаем на выход. У нашего героя появилась новая функция. Полет уже знакомая. Прыжок. Сначала опускаем подъемник. Робот совершает прыжок. Теперь пришло время опробовать ранцевый ускоритель. Полетели. Удачно перебрались через подъемник. Пошли дальше. Неплохо. Давилки хорошо работают. Здесь наш герой может по сигналу останавливаться и ускоряться. Первую давилку наш герой проходит удачно. Остановка. Ждем удачного момента. Ускоряемся. Неудача. И опять ускорение. Первую давилку проскочили. Остановка. Потопчемся немного. Бросок вперед. Удача. Остался цел. Идем дальше. Вот это страшилище и без намордника. Наш герой смело заходит на подъемник и останавливается. Кидаем чудовищу корм. Открывается секретная кнопочка, нажимаем, подъемник пошел вверх. Путь дальше свободен. Ого, что-то новенькое. Наш робот будет работать бурильной установкой. Мощные фрезы бура легко устранили препятствие. Теперь прыжок. Теперь снова робот подключает мощные фрезы. Препятствие не устояло, можно идти дальше. Пока ничего не видно, кроме того, что наш робот может сделать. 4 прыжка. И вот наш герой трансформировался в гоночную машину. Прыжок. Перелетели. Обогнали первую машину. Еще один прыжок. Обгон. Еще прыжок. И гоночная машина стала грудой металла. Не справился робот с управлением. Начинаем новую гонку. Удачный прыжок, обгон. Еще одну машину обошли. Теперь наш гонщик выходит на тандем. Из двух машин обгон будет сложный. Прыжок, обгон. Удача, обгон прошел удачно. Робот идет дальше. Открываются у него новые способности. Кроме ускорения, он теперь может трансформироваться в поливочную машину. Наш герой на второй космической. Проходит первое препятствие. Теперь похулиганим. Испытаем огнеустойчивость нашего робота. Робот сгорел, не выдержал костюмчик. Обновляемся. Сейчас все будет четко. Сначала ускоряемся. Ошибок делать не будем. Трансформируем нашего героя в поливочную машину. Вперед, огонь сразу всю смелость потерял. Вода, знаете ли.
У нашего героя новое препятствие. Лазер подсвечивает путь. Для начала взлетаем. Ранцевый ускоритель поднимает робота. Не хватило силы ускорителя. Пробуем крылья удачи. Не получилось. Пора включать бортовой компьютер. С новыми силами начинаем преодоление препятствия. Включаем ускоритель. Теперь аж два раза. Пока все получается. Выключаем милую штучку. Испепеляющий лазер. Теперь крылья нам в помощь. Продолжение приключений веселого робота в следующей серии. Ребята, не забываем подписываться, комментировать и ставить лайки, если, конечно, понравилось.